Можем мы еще увидеть мяч в исполнении той или иной команды. Шимкович, пенальти! В этой встрече назначает Игорь Алешин. Сангачев подработал его. Ну и посмотрим. Тома Шимкович бьет и в девятку попадает. Табол, безусловно, добивается важнейшей победы. Я думаю, что 94-я минута уже, собственно, зафиксирована. Понятно, что прямо сейчас, видимо, и прозвучит финальный свисток. Шимкович. Говорил я о турнирном раскладе, о том, что произойдет в случае ничьего от Атырау. Потому что Атырау может либо добиться ничьей, либо победить. Тогда именно азербайджанцы займут эту позицию. Однако отметим, как мастерски исполнил пенальти Томаш Шимкович.